В Министерстве обороны сегодня предъявили неоспоримые доказательства того, что турецкие ВВС следили за российским Су-24. Истребители F-16 ждали наш бомбардировщик в воздухе, а атака была заранее и хорошо спланирована. Вот что сообщил на брифинге главком ВКС России Виктор Бондарев. Результаты объективного контроля РЛС Сирии подтверждают нахождение в воздухе двух F-16S в зоне дежурства с 9 часов 11 минут до 10 часов 26 минут в течение 1 часа 15 минут на высоте 2400 метров, что говорит о заранее спланированной акции и готовности истребителей действовать из засады в воздухе над территорией Турции. Главком ВКС также сказал, что террористы были заблаговременно проинформированы о готовящейся атаке. Свидетельством тому моментальное появление в квадрате приземления пилота банды боевиков, а также стремительная публикация видеоролика в интернете. Еще раз подтверждено, атакованный борт границу с Турцией не пересекал, а находился от нее не менее чем в 5,5 километрах. Кроме того, ни одного предупреждения турецкого истребителя F-16 в адрес российского Су-24 не было зафиксировано ни с земли, ни с соседнего самолета.